Переезжаем на север, едем выбирать квартиру. Нравится? Мой телефон лучше, я смотрю на мой телефон. Нет, мой лучше. Самый лучший телефон. Сейчас завезли Баксика моим родителям, чтобы он дома не оставался один. Взял липучку, потому что он сильно линяет, и переднее сиденье подруги, которая нас везет, Наташа, очень сильно в волосах. Едем на север, местность Карайот называется. Будем выбирать квартиры, мы переезжаем на север из Иерусалима наконец-то, потому что Иерусалим — это... Потом объясню плюсы-минусы. Мы только приехали, справа, она уснула. Справа у нас вот это Бьялик. Мы уже на севере. Это Цомет Цриф. Или я... Нет, это Моцарт, а где Цриф? А, мы проехали, прикинь. Это Цомет... Не успел заснять, как ты машешь. Все, ладно, идите. Лучше бы не махали. Ого. Как бы разница... Как
Это, короче, кухня. Это зал. Это трис открывается. Главное, что мы не А эта кухня такая же останется или там будут? Нет, такая же останется. Такая же останется, нормально. Нужно будет покупать. Ну, плохо. Жесть, я бы не смогла жить. А, высадка? Да. Вид на море тоже, да. Это у нас что? Это в сторону Арку, в сторону Эрхайфа. Ну, город. Ой, ребятки, это Суков. Да. Ой, обалдеть. Лес тоже выше. А вот это море. Воздух хороший. Солнце не идет. Дальше, комната. А, Леха Шмаль дома, это хорошо. Это так везде. А, уже везде, да? Это ванна. О, тут ванна, кстати, а не душа. Там тоже будет, он просто еще не поставил. Угу. Там тоже есть ванна. Это пассажирует сюда. Это... Хороший пассажирует, кстати. Сюда ставится стиралка, вот специальные экранчики. Тут у нас открывается. Тут можно даже прыгнуть внутрь. Вот, тут у нас продеваются веревочки. Это у нас бойлер, то есть нагревает воду, это кондиционер. Есть. Дальше что у нас тут? Это одна комната, маленькая. Куда выход? А, это комната... Это, короче, комната, мама называется, она бронированная. Класс. Только в ванне, потом в квартире. Ну, там комната. Большая комната, огромная комната. Шикарно. И ванна. Вон там какой-то бассейн, кстати. Вот оно. Обалдеть. Это душевая, это родительская комната с душевой. Слушай, допустим, ладно, это понятно, родительская. Это Настёнина, а это твой офис. Очень круто. А что с компьютерами? Смотри. Комната очень большая. Сюда можно один запись запилить. Один стол можно закрыть сюда. У вас вся мебель есть? Да. Немножко наоборот, с первой квартиры, потом вход. В общем, вход такой. Там какая-то... А, тут у нас мусорка. Тут всякие там подъем, ступеньки для колясок. Личные парковки. Парковка внизу. Вот это, собственно, вход. Два входа. А, нет, один вход, там не знаю что. Вот такой вот дом. Но эта квартира нам меньше понравилась. Мы первую не успели заснять, к сожалению. Но примерно плюс-минус такая же она. Там даже подъезд больше. Вот. Там на 12 этаже пятикомнатная квартира, новая кухня, новый кондиционер. Дешевле, и с хозяином можно легче договориться. В общем, очень круто, на самом деле. Вход в пятикомнатную квартиру. Ой, идите. Ага, вот это кондиционер. Здесь квартира уже готова. О, тут уже люстра, всякие там. Кухонка неплохая, кстати, я бы сказал. Очень неплохая. Вот сюда, заметь, можно... Да, сюда можно покупать. Тут выход, смотри. А это сейчас? Да, тут выход. И тут. Потому что не высоко? Потому что я не проводил это длинно, а вытащил это просто. Это пол, смотри, какой красивый.
аж подпрыгнула. Охренеть, какой пол красивый. Паркет. Ух. А, тут... Кстати, и хату видно. О, и море. И слушай, офигенно. Здесь будет пар. Все это будет пар, если будет строить. А, серьезно, пар будет делать? Это... Типа детская площадка, да? Да. Класс. Охренеть. Вот Катя, ну 18 где-то. Первая комната. Ну тоже маленькие такие. Да, что хорошо в нашей. Тут не включается цвет, в общем, раковина. Туалет. Ванная. Глубокая такая. Мерпесет широт. Тут сюда ставится. Ну, в общем, стиралка. Вот тут вешаешь. Самого. Наверное, завет меня не слышно. Следующая комната. Следующая комната побольше. А, вот это, собственно, родительская. Сюда влезет. Кровать. Душевая. Неплохо. На самом деле, неплохо. Еще одна комнатка. Маленькая тоже. Выход окна на противоположный дом, а мы тут еще решеток нет, единственное тут, а там вроде бы были. Последняя комната, это вот бункер. О, она достаточно большая, это очень хорошо. Это очень хорошо. И выходит... А, то же самое выход. Вон там. Город тоже, но как-то так, ребятки, три квартиры, первую, к сожалению, не засняли, но она лучше всех. В этих домах, что тут вода, электричество, газ, все внутри, на каждый этаж. Электричество, кажется. Электричество в квартире, но вот, допустим, у нас вода, это все внизу, а тут прям... Приехали домой, тортик. Ух ты, малина. Это что? Черная смородина. О, это же малин. Нет, это ежевика. Голубика. Это ежевика, голубика. Да. Это что-то? Это мусс. Крем какой-то. Или черника, или... Нет, что-то это такое? Голубика. Ярга, что-то такое. О, вот это крутой. А, ну вы мне уговорили, теперь тоже придется для родителей снять. Да, еще макарони. Макароны. Спагетти. Спагетти, макароны. Они худеть собираются, говорят. Мы прошли не так уж. Давайте мы посмотрели квартиры. Есть две квартиры, которые плюс-минус хорошие. Ну, не плюс-минус хорошие. По Анатолию улице только все хорошие, на самом деле. Пятикор. Что-то. Да. В общем, первую, которую мы хотим, что-то там... Хозяин квартиры морозится. Ну, они хотят, как бы, чтобы у нас было две зарплаты. У меня как бы ногтевой бизнес, а мне нету ему показать вот зарплата, да? Нет. Плюс я родила, плюс была студенткой как-то. Плюс сейчас коронавирус, и как бы сейчас немножко это. Да. Вот. А вторая квартира там даже хотят уменьшить. В общем, нас прервали. В одной квартире морозится, что-то там, неизвестно, что с работой, как ты будешь платить. Я говорю, ну если мы берем, как бы мы на что-то рассчитываем. Я говорю, к тому же это новый город, и мы будем новую работу искать. Смысл от того, что я тебе сейчас пошлю свою зарплату, сколько я зарабатываю. Вот, что-то это. Второй сказал, что он спустит там цену. В первой квартире 3800, вторая квартира 3200, но я когда сказал, что мы в августе только заезжаем, в конце августа они начали тоже типа, это целую квартиру, целый месяц квартиру держать, что там типа не можем.
можем на это. Ну, в общем, посмотрим. Я попросил спросить, как, что, куда, и как бы посмотрим. Начало было хорошее, но потом, как сказать, не очень. Ну, посмотрим, как все закончится, поэтому посмотрим. Вот так вот закончился наш день. Мы очень расстроены, потому что человек, который в первой квартире, который я сказал, что мы не сняли, и очень даже хорошо, начал морозиться, начал говорить, чтобы мы послали свои телефоны, наши паспорта, паспорта наших этих гарантов, чтобы он проверил, нет ли у нас долгов. То есть потом начал что-то там это, то не нравится, все не нравится. Ну, короче, решили, давай, до свидания. И выпала квартира, которая неизвестна. Завтра мы поговорим с хозяином, точнее, я поговорю в 2 часа дня. Она стоит 3200, она 4,5 комнаты. Сколько квадратных метров? 110 квадратных метров. Она старенькая, но она плюс-минус ухоженная. Она в шикарном... Самое важное, она в шикарном районе, она прям по центру Кирьят-Моцкина. То есть от именно этого здания, от именно этого дома у нас близко все. У нас близко каньон Кирьон. Кирьон называется. Каньон – это торговый центр. У нас близко магазины, у нас близко школы, садики, парки всякие, гулять. Ну, короче, там все. То есть почта это... 2 секунды, по сути, получу. Почта 2 секунды? Оно в Шекине. Почта 2 секунды в Шекине. Вот. Завтра я поговорю и окончательно мы решим, если ему подходит, что мы заедем туда через месяц. Меньше. Чуть-чуть меньше. Если его устраиваем мы, если мы его устраиваем и так далее, если он нас, точнее. И... Да, кстати, очень дешево. Во-первых, это 3200 за пятикомнатную квартиру. 4,5. Потому что... Водобайт, это тот, кто следит за чистотом, порядком подъезде, за электричество платит подъезда, который тратит. Уборку делает 240, 220, а за Арнону, это как налог на землю, 940, да, только, кажется, в Израиле такой налог на землю есть, больше нигде. По крайней мере, в России я спрашивал у друзей, они говорят, мы такого не знаем. Вот, в общем, мы очень уставшие, у меня прошел рейд. Я опоздал больше, чем на полчаса. Таня тут ходила, психовала. Сейчас успокоилась. Мы сумочку забыли. Ну, что? Ты. Так что всем ты сладких забыл. Снов. Все. Тихо. Я тут разговариваю с умными людьми. Вот. Всем сладких снов. Мы пойдем. Я думала, ты сейчас скажешь, всех целую. Всех целую? Я не буду всех целовать? Нет. Коронавирус все же. Ты что? Вот если бы не вирус. Коронавирус. Да? А там Эбола всякий? Не, зачем? Кстати, крутая новость. В Китае появилась бубонная чума, или в Монголии появилась бубонная чума и перешла в Китай, или в Китае перешла в Монголию. И буквально неделю назад нашли человека с этой бубонной чумой. Где? В Америке. Парам-парам-пам. Так что Китай в этом году, конечно, отжигает с коронавирусом, с бубонной чумой, где они их выкакали, я без понятия. В общем, мы пошли спать. Будем очень рады лайкам, если вы поделитесь с этим видео, да и вообще всем нашим каналом. А мы пошли спать. Мы спать пошли!